Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас среда. Сегодня у нас очень интересная тренировка. Вы готовы? Догоняйте! Тренировка называется Strong Time. Strong – это сильный, Time – время. Время предназначено для мышц пресса и спины. Покажите, какие мы сильные, какая у нас осанка. Ну что, вы готовы? Да! Отлично, начнем! Для нашей тренировки нам понадобится некоторый инвентарь. Дома вы можете использовать табуретки, лавочки, кресла, диваны. Можете всю квартиру перевернуть вверх дном. Но у нас здесь специальное оборудование. Ну что, мы с вами начинаем. Каждое упражнение проходим по полосе препятствий. Итак, для начала нам нужно с вами найти самое высокое место и поймать равновесие на одной ноге и дальше спустившись на другой. И повторяем снова на одной. И спустившись на другой ноге, проходим внимательно так, чтобы у нас шея была длинная. Мы тянемся, обязательно постоять. Отлично. Вы можете еще выше ставить себе препятствие. Хорошо, все справились? Представили, что мы пираты. Здорово. Следующее у нас упражнение. Как будто мы по кочкам пробираемся с вами только на полупальцах. Почему-то мелкому-мелкому, чтобы пятки не докасались до пола. Проходим. Молодцы, справились. Следующее задание у нас называется «Проползти, как настоящие пираты». Мы с вами становимся на колени и на коленно-локтевой сустав. И проползаем вот так. Держим спину ровно и мышцы пресса подтягиваем к себе. Пробуем? Так, Леня проходит отлично это испытание. И он справился. Молодец. И Артем тоже справляется с этим заданием. Отлично, здорово. И так как, ну-ка, девчонки покажут класс. Обязательно держим мышцы пресса и спины. Давай. Так. Итак, следующее испытание проходит Лиза. Обратите внимание, что хвост должен быть обязательно вниз. Копчик, мышцы живота сильно подтянуты к спине. И мы должны быть плоскими, как скамейка. И в этом положении проползаем, переступая с руки на руку. Отлично. Продолжаем нашу разминку и тренировку Strong Time. И мы проползаем с вами, превращаемся в настоящих кошек. Обязательно проползаем под каким-нибудь инвертарем, делаем гибкую спину и справляемся с этим заданием. Мяу! Мы посмотрим, как у нас проползет Леня. Давай! Так, справляется. Гибкая спина на коленях. Держим обязательно мышцы пресса. Следующий проползает котенок. Или это рысь, или это тигр. Отлично. Старайтесь проползать ровной спиной, вот так, прогибая спину. И переходим на коленях. И Лизочка у нас проползает. Нежная кошка. Вот так. Здорово. Ну и для следующего задания, оно не очень легкое, нам понадобится какой-нибудь кубик, книга. Ну, если вам совсем не жалко, можно и компьютер, конечно, но лучше использовать книгу, либо мяч. Для этого мы с вами садимся, даже ложимся на живот, обязательно превращаемся практически в лодочку. То есть у нас ноги и руки должны быть полностью оторваны от земли, от пола. И мы с вами начинаем перекат живота на спину. Итак, вот мы смотрим, как и выполняет это упражнение Лиза. Не так легко ей дается, потому что нужно очень высоко держать ноги и не касаться руками пола. Стараемся держать ноги вместе. Мышцы спины здесь очень хорошо работают. Вот так. Посмотрим, как с этим заданием справится Леня. Давай, давай. Как колбаска, но колбаска не должна сильно быстро двигаться. Старайтесь зафиксировать себя. Ну а сейчас мы посмотрим, как ребята справятся без моих подсказок с этими сложными препятствиями. Поехали! Thank you.
очень порадовали, очень здорово справились. Я думаю, вы тоже себе устроили не менее легкие задания и испытания. А чтобы было еще интересней, вы можете всю эту полосу препятствий проходить вместе с нашей шляпой, книгой либо компьютером на голове. Ну, а мы с вами прощаемся, ждем вас завтра снова на нашей разминке. Всем пока-пока! Пока!